Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 27 лет, рост 88 сантиметров, вес 84,3 килограмма. Его профессиональный рекорд – 3 победы, 5 поражений. Его стиль ММА из города Ростов-на-Дону, Россия, Артем Кузьмин. А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 21 год, рост 183 сантиметра, вес 84,4 килограмма. Его профессиональный рекорд – 5 побед, ни одного поражения. Его стиль ММА из Чеченской Республики. Ну, в общем, фаворит на бумаге здесь примерно понятен. В последнее время Кузьмину не ведет, но он боец, который в ранних своих боях показывал, что может очень быстрые какие-то штурмовые действия предпринимать. Вот, поэтому теоретически может быть все. Давайте смотреть. И хороший хайкик от Байсангура Сусуркаева. Прозвище интересное. Хонда. Мизолкика встречает он соперника. Улыбка не исчезает с лица Байсангура Сусуркаева. Если бы не было капы, я думаю, можно было бы увидеть все 32 его зуба. Да, честно говоря, я даже как-то засмотрелся за поединком. Тяжелейшее попадание, и все. И это шестая победа нокаутом. А, это не Хонда, а Хантер. Да, ну вот это больше ему подходит. Ну, естественно, ждали мы, конечно, интриги, но в то же время вполне ожидаемо было, что ведущий вот так вот мощно Байсангур Сусуркаев, побеждающий все свои бои нокаутами, достаточно легко расправиться с человеком, который сейчас далеко не все складывается в карьере. И все удачно складывается, скорее всего. Ну, мы не знаем предыстории этого поединка. Скорее всего, не просто так он сложился именно так. Вероятно, вынужденно. Не суть. Принимаем все так, как уже случилось. И, в общем, с этим идем дальше. И осталось, кстати, замечу, совсем не так много. Быстро идем. Очень много нокаутов сегодня. Очень много досрочных завершений. Да и вообще яркий турнир.